Здравствуйте! В эфире Первого городского, служба новостей «Город», в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях среды, 1 февраля. Смотрите в ближайшие минуты. Пора утепляться. Синоптики предупреждают калининградцев об аномальном похолодании. У вас в регионе отсутствует системный подход к решению одной из важнейших задач государства по предотвращению абортов, в частности, у девочек. Больше ругал или хвалил? Павел Астахов проверил воспитательные учреждения области. Еще одно здание под снос. Какая судьба ждет дом на улице Коперника? Теперь подробнее. Остерегайтесь холодов. Со 2 по 5 февраля в Калининградской области ожидается резкое снижение температуры. Ночью до -28, днем до -20 градусов. В этот период жителям нужно быть особенно осторожными и внимательными. -20 днем, а ночью -28 для февраля в Калининграде считается аномально низкой температурой. При ней сотрудники МЧС не советуют жителям выходить на улицу без лишней надобности. Можно переохладиться и даже получить обморожение. Чтобы этого избежать, лучше отказаться от тесной одежды, носить теплые стельки и шерстяные носки. Не выходить на мороз без варежи, головного убора и шарфа. Также специалисты напоминают, что в период резкого похолодания нужно проверить исправность входных дверей в подъездах, подвалах и на чердаках. Строительным компаниям лучше прекратить земельные работы, чтобы не допустить повреждения электросетей и линий связи. В феврале нас ждут еще и сильные штормы. Напомним, последний в середине января поставил под вопрос начало очередного купального сезона. А теперь жители Куршской косы готовят к возможной эвакуации. Январский шторм размыл на Куршской косе часть авандюны, и морская вода хлынула в лес. Больше всего пострадали пункт посттехнического наблюдения на 2-м и 3-м километре косы и участок западнее поселка Лесного. Специалисты отдела ГУИЧС прогнозируют, еще один такой же по силе шторм и серьезных последствий не избежать. Может затопить поселки Лесной, Морской и Рыбачий. А там живет 1500 человек и еще столько же отдыхающих. Их придется срочно эвакуировать. Однако, по мнению заслуженного эколога России Феликса Алексеева, еще не факт, что столь экстренные меры понадобятся. Во-первых, прогноз на особо сильные штормы в феврале – это всего лишь прогноз. Второй момент. Да, действительно, во время сильных штормов разрушает побережье, а именно авандюну, смывает пляжи, валит деревья. Но вот эти все сказки о том, что там может затопить целый поселок, море прорвется, соединится с заливом, это все сказки некомпетентных людей или тех, кто рассчитывает получить хорошие деньги на аварийно-восстановительные работы. Реальный прогноз, по словам эколога, затопление дороги, как это было уже в 83-м году. Но чего действительно надо опасаться, так это слабой берегозащиты. Каждый год на нее тратят огромные суммы и еще больше, чтобы устранить последствия морских стихий. И проблему эту, по мнению специалистов, нужно решать незамедлительно. Больше ругал или хвалил. Второй день местные СМИ обсуждают впечатления Павла Астахова о Калининградской области. Напомним, с визитом к нам уполномоченный по делам ребенка при президенте Российской Федерации прибыл во вторник. Программа визита была расписана буквально по минутам. И последним пунктом в ней значилась пресс-конференция. На ней высокий гость поругал журналистов и рассказал о первом поручении президента. Подробности узнаем прямо сейчас. Или может вам нагоняй дать? Ну, конечно. А почему вы не во все учреждения ездили? Почему вы, как только в колонии взяли у меня интервью, почему я не хотел давать комментарии? Сразу раз и рассосались. Все самое интересное не увидели. За один день он посетил 8 детских учреждений в разных точках города и области и приемную семью в Гуревском районе. Опыт Аллы и Романа Казимир, которые взяли на воспитание 12 детей, Павел Астахов призвал транслировать на всю страну. Хотя нам тоже есть на кого равняться. Сколько вам платят? 3,5 тысячи за каждого ребенка. Ну, это ставка, да? Да, а еще? Вознаграждение что? Называется. Что и еще? Все. И все? И все. Поэтому у вас одна семья есть. В Красноярске, в Ханты-Мансийске за одного приемного ребенка платят по 20 тысяч рублей. По мнению главного омбудсмена страны, воспитывать за деньги не стыдно. И предложил создавать реестр кандидатов на такие семьи. Для начала на базе детских домов. В одном из таких в Зеленоградском районе Павел Астахов с визитом побывал лично, но доволен остался не всем. А с другой стороны, они могут организовать жизнь детей таким образом, чтобы им было самим интересно. Например, назвать свой детский дом. Надежда названа, не оригинальное название.
по имени директора этого учреждения. Согласен. Таких надежд их десятки по всей России. Но... На пресс-конференции с журналистами на первый вопрос гость ответил: идеальных регионов нет вообще. Мы стали 76-м по счету, где Павел Астахов побывал со своими специалистами. Так называемый детский спецназ прибыл в Калининград за 6 дней до его визита. За это время успели посетить 60 учреждений. Вот то количество карт, которые мы изъяли, ну серьезно, это никуда не годится. Ну это никуда не годится. А это проявление криминальной субкультуры. Впечатление Павла Астахова о нас местные интернет-издания обсуждали весь следующий день. Вот лишь некоторые заголовки. Калининградская область выглядит хуже других регионов по уровню детской преступности. А очереди в детские сады региона у нас больше, чем в Москве. Я очень благодарен этим замечаниям. Если они, эти замечания, действительно конструктивные, они носят какой-то системный характер, но, к великому счастью, я таких серьезных нарушений в этой сфере не заметил. По всем нарушениям губернатор обещал разобраться, а перед этим главный омбудсмен заметил, что за карты и электрошокеры в интернатах в других регионах директоров увольняли. Мария Постникова, Кирилл Макаров, служба новостей «Город». Калининградская молодежь представила на суд жюри свои общественные проекты. Первый грант, который разыграли среди участников, был посвящен поддержке проектов о здоровом образе жизни. Трейсеры предложили провести мыльный фестиваль, а их главные конкуренты – создать на базе конюшни кабинет лечебной физкультуры для детей-инвалидов. Какие еще проекты претендуют на победу и сколько областное правительство планирует выделить денег на поддержку молодежных творческих идей, узнаем в следующем сюжете. Уличные экстремалы ежегодно собирают на свои представления сотни любопытных прохожих. Энергичная музыка, сложные трюки и толпа зевак. Все это манит новеньких и делает паркур одним из самых популярных движений в городе. За последние 4 года количество его приверженцев увеличилось до 2000 человек. Они организуют праздники для детей, приглашают столичных паркурщиков на мастер-классы и устраивают яркие шоу в парках и на спортплощадках. Они даже организовали свою школу паркура, бесплатно проводили занятия с детьми. Но проект просуществовал недолго. С наступлением холодов об уроках пришлось забыть, а перенести занятия в зал возможности не было из-за его отсутствия. Сегодня лидер движения Наталья Никитина отстаивает новый проект – детский мыльный фестиваль паркура. На реализацию идеи необходимо 47 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя все – от доставки оборудования до покупки мыльных пузырей и воздушных шаров. Часть собранных средств пойдет в помощь детям из детских домов. Цель фестиваля, помимо того, что мы как бы могли просто привлечь детей, просто могли дать возможность участникам мероприятия прийти и попрыгать, будут проходить мастер-класс по паркуру, мастер-класс по уличным танцам, мастер-класс по уличной гимнастике, турникмены, будут показательные выступления по капоэйра. Такую же сумму, 50 тысяч рублей, просят главные конкуренты экстремалов. На этот раз средства необходимы на открытие кабинета лечебной физкультуры для детей с ограниченными возможностями и необходимое оборудование. Каждую неделю дети приезжают на конюшню на сеанс ипотерапии. На базе нашего конноспортивного центра это даст детям возможность проводить разминку перед занятием ипотерапией. Сначала размялись в зале, имитация езды на лошади на специальных шарах. То есть легче объяснить детям в зале на полу, чем потом на лошади. То есть они и с другой стороны, то есть время экономится, они уже разминаются. И вот именно полчаса, которые потом в среднем проводятся на занятии, уже больше пользы они пройдут на лошади. А вот проект Павла Иванюка вряд ли получит поддержку, хоть и тема была заявлена очень серьезная – профилактика ВИЧ и СПИД. Молодой человек предложил приглашать иностранных волонтеров к калининградским школьникам, чтобы они рассказали об этой проблеме. Жюри смутила не только стоимость проекта. На встрече со школьниками попросили более 50 тысяч рублей, но и сама презентация проекта. Мы говорим еще о том, о грамотности, об уровне квалификации тех лидеров общественных организаций, которые чувствуют ответственность. Это очень ответственность. Заявиться, пофантазировать можно, но потом нужно это все в жизнь превратить, понимаете? И получив бюджетное финансирование, правильно израсходовать средства областного бюджета. Возможно, привлечь какое-то дополнительное внебюджетное финансирование. То есть это на самом деле школа жизни. Помимо проектов о здоровье, жюри выбрало программы еще в 8 номинациях. На их реализацию в этом году правительство выделило 1 миллион рублей. Это дает шанс в одной номинации победить сразу нескольким участникам. Татьяна Ожегова, Дмитрий Суворов, служба новостей «Город». Акция «Ко дню всех влюбленных» от Первого городского канала продолжается. Она стартовала всего неделю назад, но калининградские молодожены спешат поделиться своими историями с городом. Креативность и оригинальность – вот главные критерии, по которым будут оценивать эти истории. Подробности далее.
Этой паре, чтобы пожениться, практически пришлось пережить историю Ромео и Джульетты. Семья невесты была категорически против брака Ильяны и Сергея. Но на запрет родителей молодые люди нашли свое решение. Решили бросить все и проверить свои чувства. Сказать, из чего на самом деле всем желаю. Все должны, мне кажется, вот так брать, уезжать подальше от родителей, подальше от всего, чтобы были такие экстремальные, так сказать, условия. Они уехали в Таиланд на полгода. Вернувшись домой, влюбленные помирились с родителями и сыграли свадьбу, о которой так мечтали. Женитьбой закончилось необычное знакомство Александры и Бориса. Однажды я ехала к родителям после сессии и встретила попутчика в поезде. Мы с ним разговорились, пролетело быстро время, 3 дня в пути. Вот, обменяли телефонами. Но через полгода Саша все-таки отправила сообщение своему попутчику. Правда, ей ответил его брат. Именно с Борисом она и отметила 5-летний юбилей совместной жизни. Сегодня я собрал вас здесь для большого великого дела. Сегодня мы должны взять штурм вас. Неприступный форт Нагрева. Традиционных церемоний становится все меньше. Как сделать так, чтобы свадьба понравилась не только молодоженам, но и гостям? Алексей и Наталья Овчинниковы сделали свадьбу в пиратском стиле. Легенда такова. Капитан Алекс, он же жених, борется за сердце дочери губернатора. Штурмовать форт не получилось, пришлось пройти через массу конкурсов и испытаний, чтобы выкупить невесту. Если же у вас тоже была необычная свадьба, знакомство или признание в любви, звоните к нам в редакцию по телефону 91 94 04. Чтобы стать участником акции, посвященной Дню всех влюбленных, присылайте свои свадебные фотографии на электронный адрес canal1@mail.ru. Итоги акции будут подведены 14 февраля. Наталья Сидорчук, Полина Чванова, Ксения Левинец, служба новостей «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска. Еще одно здание под снос. Какая судьба ждет дом на улице Коперника? Его воспринимают и как подвиг, с одной стороны, с другой стороны воспринимают его как трагические события. «Корабли и судьбы» — в Калининграде открылась новая выставка. Родительский дом, начало, начало. Ты в жизни моей надежный причал. Лев Лещенко отмечает 70-летний юбилей. Калининградцы поздравили его с днем рождения. Эти и другие новости смотрите после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город», и мы продолжаем. Дом на улице Коперника под угрозой сноса. Это нежилое помещение уже несколько лет используют общественные организации. Здесь обосновалась и творческая мастерская, и еврейский музей. Но на прошлой неделе в интернете появилась информация, что это здание выставлено на аукцион. И новый собственник вполне может его просто-напросто снести. Вопрос об этом задали лично главе города. На встрече с национальными и религиозными организациями Александр Ярошук четко ответил, что никто и никогда решений по сносу дома на Коперника не принимал. В данный момент администрация продает в этом здании помещения, собственником которых является. А это она обязана делать по закону о приватизации. Глава города добавил, решение о признании дома на Коперника памятником исторического и архитектурного наследия городские власти полностью поддержат. Польские визы теперь могут получать только жители области, а калининградское шапито переезжает. Подробнее об этих и другие новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Жители, проживающие в других регионах страны, больше не смогут получить польскую визу в Калининграде. Генеральное консульство Польши будет оформлять шенгенские визы только для граждан, зарегистрированных и проживающих в области. Нововведение вступит в силу с 1 февраля и позволит сократить срок получения виз для жителей области. Калининградский цирк переезжает на новое место. Городская администрация выделила участок под шапито в парке у Дома культуры железнодорожников. Переезд цирка будет осуществлен за счет инвесторов. В данный момент идет согласование подводки коммуникаций. В администрации заверили, что переезд будет организован таким образом, что жители города его не заметят. В правительстве готовится программа по ремонту подводных дорог к садовым участкам. Стоимость проекта составляет 600 миллионов рублей, которые будут выделены из городского и областного бюджетов. Строительство будет начато после разработки документации муниципальными властями. В области появится IT-городок. По проекту в регионе должно появиться 2000 домов для программистов. В деревне по аналогу Силиконовой долины, кроме домов для специалистов, будут построены офисы и центры обучения. Реализация этого проекта позволит создать конкуренцию рынку компьютерных технологий Беларуси и Украины. На новую форму для полицейских потратят 16,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Чтобы одеть одного полицейского в жарких и умеренных широтах, понадобится 30 тысяч рублей, а в холодном климате – 35 тысяч. В первую очередь переоденут полицейских, отвечающих за охрану общественного порядка, только потом остальных.
Курсы валют на 2 февраля. Доллар США 30 рублей 40 копеек. Евро 39 рублей 67 копеек. Литовский лит 11 рублей 48 копеек. Польский злотый 9 рублей 36 копеек. «Корабли и судьбы» – новая выставка в Музее Мирового океана. Она приурочена к годовщине подвига Александра Маринеско, который отправил на дно лайнер с 10 тысячами немцев на борту. Своими воспоминаниями и впечатлениями ветераны и подрастающие поколения поделились наши съемочные группы. Подробности в следующем материале выпуска. Это произошло ровно 67 лет назад. Некоторые ветераны, присутствующие на открытии выставки, бок о бок служили с молодым капитаном Маринеско. В этот день они вспоминают события, благодаря которым произошла атака века. Если мы сейчас, молодежи, не будем говорить о том, что было до них, что было в наше время, то у них оборвется связующая нить между жизнью нынешней и той, которая является основой, фундаментом. Среди зрителей – курсанты военных училищ, школ и Академии Калининграда. Каждый год они приходят вручить цветы ветеранам и почтить минутой молчания – события более чем полувековой давности. Ветеран, выдающийся, потопил на подводной лодке лайнер, на котором находились очень много фашистов. Экспонаты же выставки разместили в бывшей курительной комнате судна «Витязь». Там находятся точные модели самой лодки С-13, лайнера «Вильгельм Гуслов» и кораблей сопровождения. Фотографии сделаны во время тех самых боев в Балтийском море. Его воспринимают и как подвиг, с одной стороны, с другой стороны воспринимают ее как трагические события. Но с точки зрения военной истории это было великое событие. Открывшаяся выставка рассказывает о судьбах кораблей, о войне и о том, как сохраняются и продолжают жить корабли, пусть и в виде копий, за выставочным стеклом. Наталья Сидорчук, Илья Ишутин, Виктор Бузин, служба новостей «Город». 180-летний юбилей в этот день отмечает Лев Лещенко. В честь этой даты Дмитрий Медведев наградил певца за заслуги перед Отечеством орденом. Калининградцы тоже решили поздравить любимого кумира с днем рождения. С удовольствием поздравляем Льва Лещенко с днем рождения, с его 70-летием. Мы его поклонники. Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет дарит в твоих окнах много лет. Лещенко, с днем рождения. Замечательный певец, замечательный человек, поэтому всего хорошего, здоровья и творческого долголетия. Желаю, конечно, здоровья, и что, хочу, чтобы слышать его новые песни. Пускай продолжает. С днем рождения. Пусть поет и радует нас. Мы очень любим его, слушаем всегда. С днем рождения Валерьяныча нашего. Мы его любим, уважаем. И пусть он будет всегда таким молодым. На этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес canal1@mail.ru. Ну а я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем обновленном сайте 1городской.ру. В студии была Виолетта Гришина. Всего доброго, хорошего настроения и до скорой встречи.